Друзья, сегодня мы с вами приготовим шикарнейший завтрак по нашему рецепту. Этот завтрак вам напомнит о том, что жизнь – это искусство. Вы как будто проснетесь в швейцарских Альпах или во французской гостинице, где вам подают этот кулинарный шедевр. Но все это вы можете сделать сами и довольно легко. Посмотрите, как красиво, изящно и как это вкусно. Для того, чтобы приготовить этот завтрак, вам потребуется слоеное тесто. Мы берем вот такой небольшой пласт, посыпаем мукой, разминаем его пальцами, чтобы сформировать прямоугольник устойчивый такой. Делаем глубокие надрезы по периметру, отступая где-то 1,5-2 сантиметра от края, и выкладываем форму для запекания, предварительно смазав растительным маслом. Нарезаем. У меня свиная сырокопченая шейка. Вы можете взять любое мясо. На всякий случай я обжариваю один шампиньон, хотя можно и не обжаривать. Выкладываем, как хотим, помидоры, черри, мясо, грибы, яйцо или два. Разбиваем, солим, перчим, размешиваем. Можно добавить маленько сыра, можно не добавлять, чтобы не говорили, что это пицца. Ну, я просто чуть-чуть для пробы. Я готовлю это первый раз. Рецепт я придумал сегодня. Поливаем аккуратно, обращая внимание на то, чтобы досталось и доходило до бортиков. Через 5 минут, через 10 я открываю духовку и смотрю, что происходит с моим завтраком. И вот через 20 минут... При температуре 180 градусов я достаю вот этот шедевр кулинарный. Посмотрите, как это выглядит. Просто сложно даже описать, как это все замечательно выглядит, как это вкусно пахнет. Перекладываем на доску, чтобы придать такой сельский вид. Мы же договорились, что мы в швейцарских Альпах. Посмотрите, как это выглядит замечательно. В принципе... На 2-4 человека это вполне достойный, приличный завтрак. Посмотрите, какие цветовые гаммы. Это натюрморт, картина. Вы как будто попадаете в храм искусства, в музей. Я думаю, что никогда так красиво вы не готовили. Да и я тоже не часто. Очень советуем вам приготовить этот замечательный завтрак по нашему рецепту. Подарите себе утро, пусть оно действительно будет добрым, пусть день будет хорошим. Давайте учиться жить вкусно и красиво, радовать себя с самого утра вот такими мелочами, чтобы в мире не происходило, надо как-то жить и не терять веру, надежду, любовь. Этот завтрак можно легко разделить пополам, поделиться с любимым человеком. А можно разделить на три части, как вам будет удобно. Надеемся, что вам понравилось наше видео, что вы готовите вместе с нами, смотрите наши рецепты, что вы так же, как и мы, любите красивые вкусные блюда. Хорошего вам дня! Ставьте лайки, подписывайтесь, помогайте нам развивать канал. Приятного аппетита, будьте здоровы, берегите себя.